Здравствуйте, я Зайка Степашка, живу в библиотеке в Бородино. Я так люблю, когда к нам приходят читатели и взрослые, и детки, особенно детки. Сегодня я хочу поздравить всех читателей и, конечно, библиотекарей с Новым годом. Всем хочу пожелать вот столько много здоровья, вот столько много счастья и вот столько много радости. А чтобы была радость в новом году, нужно в Новый год отправиться с новой интересной книжкой. Тем более посмотреть, сколько их тут много на выставке новых детских интересных книжек. А раз Новый год, принято дарить подарки. И я вам хочу сегодня подарить стишок. Дело было в январе, стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз ночной порой, когда в лесу так тихо, встречают волка под горой зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попасться в лапы волку? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки, повисли, как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Обманули волка. Дело было в январе. Подумал он, что на горе украшенная елка. С наступающим Новым годом вас!